Видео не было почти 2 месяца, и за это время вышло немало новых херопаков. Поэтому сегодня мы посмотрим на 100 новых супергероев в новых херопаках для Fisk Super Heroes. Прожимаем кнопку подписки и лайка, и мы начинаем. Первый костюм — это у нас Эйс. Мы умеем летать при помощи нашего плаща, кидать сюрикены, кидать гранату и использовать домовую гранату, чтобы скрыться. Следующее, что мы умеем делать, это использовать грэппл зип. Также у этого персонажа есть 3 оружия. Это обычные двойные береты и 2 дигла. Ну и, конечно же, гарпун-ган. Второй костюм, и это у нас Аквалет. Мы умеем создавать водяной клинок, стрелять водой, создавать водяной щит, создавать водяные тентакли и с помощью них передвигаться. И последняя способность нам позволяет использовать телекинез. Третий костюм, и это у нас Аквамен. Мы умеем быстро бегать и замедлять время, использовать гарпун из его руки и создавать взрывы под собой. Четвертый костюм, и это у нас Бэтмен. У Бэтмена дефолтные способности Бэтмена, но к его арсеналу добавляется 15 гранат. А также на руке у него появляется лезвие, и теперь наш урон становится сильнее. Пятый костюм, и это у нас Черная Пантера. У нас есть сюрикены, граната и дымовая граната. У нас также есть почему-то гарпун-ган. Мы умеем доставать его когти из рук. И последняя способность нам позволяет использовать кинетическую энергию. Шестой костюм, это у нас Капитан Америка. Капитан Америка умеет кидать гранату и дымовую гранату. А в его арсенале есть 3 оружия. Гарпун-ган, дезерт-игл и его щит, которым мы можем стрелять и ломать стекла. У тебя лагают игры? Это не проблема, ведь есть Warplay. Warplay — это сервис облачного гейминга, где ты сможешь играть в требовательные игры без каких-либо проблем. Киберпанк, Ведьмак, Спайдермен и так далее. Это идеально тебе подойдет, если у тебя не тянут крутые мощные игры. Это работает так. Игровые компьютеры этого сервиса запускают игру и передают картинку на ваш ПК в реальном времени. Также сервера Warplay поддерживают RTX, а на скачивание игры весом 30 гигабайт вам потребуется всего лишь 5 минут. Все, что вам нужно сделать — скачать лаунчер, создать аккаунт, выбрать тариф и начать играть. Также при помощи Warplay можно работать в сложных программах, требующих высокой мощности. А промокод DarkVillain даст тебе 1 час игрового времени бесплатно. Ссылка будет в описании. Седьмой костюм — это у нас Динобой. Этот персонаж умеет прикольно летать на своих зеленых крыльях. Мы умеем быстро бегать и замедлять время. И, конечно же, мы умеем менять размер и становиться огромным. Восьмой костюм — и это у нас Зеленый Фонарь. Мы умеем летать, стрелять лучом из кольца, а также мы можем стрелять лучом из его кольца, и этот луч будет притягивать нашего противника к нам. Также у Зеленого Фонаря есть способность, которая позволяет нам создать демонтаж и с помощью него делать землетрясение. Также мы можем создать вот такой вот зеленый щит перед нами. И последняя способность ему позволяет принимать гигант форму. Следующий — это у нас тоже Зеленый Фонарь, Киловок. У него такие же способности, как у прошлого Зеленого Фонаря Хэла Джордана, но только у него появляется новая способность, которая ему позволяет создавать вот такой вот огромный молот. Ну а это у нас Зеленый Фонарь, Джон Стиверт. По способностям он ничем не отличается от прошлых, но у него в арсенале появляется новый блок, а также снайперская винтовка. И последний Зеленый Фонарь — это у нас Тома Ри. У него есть одна способность, которая отличается от всех. Мы можем создавать вот такой вот трезубец. 12-й костюм, и это у нас Хай Ли. У нас есть Грапл Зип, есть батаранги Бэтмена. Ну а это у нас Хоукмен. Мы умеем летать, у него и своя булава. Мы умеем защищаться своим крылом. Мы умеем с помощью нашей булавы стрелять молнией, делать взрывы под собой, и на этом все. Ну а это у нас уже Хоук Герл. И способности у нее точно такие же, как у прошлого персонажа. 15-й костюм, и это у нас Кит Флэш. Как вы поняли, Кит Флэш у нас быстро бегает, замедляет время, а также можем проходить сквозь стенку. 15-й персонаж — это у нас Лун Ра. У нас есть ее щит, которым мы можем защищаться. У нас есть ледяная граната и дымовая. У нее есть какой-то лазерный меч, а также снайперская винтовка. Следующий персонаж — это у нас Марсианский Охотник. Мы умеем летать, как вы видите, стрелять лазерным зрением, создавать своих клонов, проходить сквозь стену, доставать его 2 тентакли и сражаться этими тентаклями. 18-й костюм, и это у нас Немор. Мы умеем становиться невидимым, делать взрывы под собой, доставать его трезубец, быстро бегать и замедлять время. Следующий — это у нас Мастер Океана, и по способностям он примерно такой же. Следующий персонаж — это у нас Парасус. Можем стрелять синим лучом, использовать звуковые волны и быстро бегать. Следующий персонаж — это у нас Раптор Раннер, который умеет очень быстро бегать, становиться невидимым. 22-й костюм, и это у нас Шазам. Мы умеем летать, быстро бегать, стрелять лучами и делать взрывы под собой, а также на правую кнопку мышки стрелять молнией. 23-й костюм, и это у нас Starfire. Мы можем использовать способность Knockback, а также стрелять из ее руки.
Это у нас Супермен. Ну и, в общем-то, у нас дефолтные способности Супермена. У нас есть лазерное зрение, быстрый бег, заморозка. Следующий, это у нас Атом. Мы умеем становиться маленьким, стрелять из пистолета и летать. Это у нас Флэш. У него дефолтные способности спидстера, но если мы будем бегать, то во время бега мы можем использовать молнию. Следующий персонаж, это у нас Последний Рыцарь. У нас есть дефолтное вооружение Бэтмена, а также у него есть арсенал, в котором есть прикольный щит. Следующий персонаж, это у нас Thunderbird. И, кстати, он очень сильно похож на Шазама. Он умеет быстро бегать и замедлять время. А в его арсенале есть вот такой вот посох. А на правой кнопке мышки можем делать молнию. Этот персонаж, кстати, даже летать не умеет. 29-й костюм, и это у нас Wonder Girl. Мы умеем летать, а также при помощи ее лассо мы можем вот так вот зипаться. Мы можем делать взрывы под собой, а также мы можем очень быстро бегать, и на этом способности закончились. 30-й костюм, и это у нас Зевс. Зевс умеет быстро бегать и замедлять время, но самая мощная его способность — это молниеносный взрыв. А, ну и, конечно же, мы умеем вот так вот прикольно летать. 31-й костюм, и это у нас Ангел. Этот персонаж состоит в команде людей Икс, и его способность состоит в том, что мы просто умеем летать, и у него вот такие вот прикольные крылья. Следующий костюм, это у нас Аквамен, и у него такие же способности, как у того Аквамена, который я вам показывал в начале. Следующий, это у нас тоже Аквамен, но только костюм уже отличается, и способности у него точно такие же, а именно взрывы под собой, мы можем достать его трезубец, быстро бегать и замедлять время.